На фасаде Оренбургского педуниверситета появилась памятная доска краеведу Виктору Дорофееву. Памятную доску изготовили по эскизу оренбургского архитектора. Она выполнена из бронзы в технике литье. Примечательно, что сам Виктор Дорофеев был членом научно-методического совета по сохранению объектов культурного наследия Оренбуржья и с большим трепетом относился к истории города. В 1999 году Виктору Васильевичу присвоили звание почетный гражданин Оренбурга. Из-под его пера вышли книги об истории города, брошюры, туристические карты. Также на основе архивных документов он уточнил дату и место основания Оренбурга.